Я профессор Щеглов Лев Моисеевич, занимаюсь проблемами психологии и сексологии. Обращаюсь к вам, уважаемые Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович. И обращаюсь к вам как к руководителям, как к питерцам, как к гуманитариям, как к интеллигентам. Ваше вмешательство в ситуацию с башней «Газпрома», на мой взгляд, становится просто необходимым. А если мы хотим потомкам оставить кашу архитектурную, разрушенное культурное пространство, воспоминания о том, что Петербург когда-то считался уникальным и одним из чудеснейших архитектурных созданий мастеров прошлого, если все это мы хотим оставить для мелкой строчки в каком-то томике воспоминаний, то да, безусловно. На мой взгляд, любой человек, маломальски понимающий, что такое культура, любой человек, который по-настоящему любит Петербург, любой человек, который понимает, что такое чувство ответственности, безусловно, против данного строения в данном месте. Я не исключаю, что эта башня вполне уместна на периферии нашего города, среди новых строений, но нависающая над небесной линией, нагло давящее произведение прошлого, уникальные произведения, которых больше не будет, эта башня сотворит чудовищную по своей разрушительной культурной силе историю. Не обязательно быть сексологом или психологом, чтобы увидеть, что данная мечта, которая с таким упорством отстаивается руководством «Газпрома», имеет под собой глубинные психолого-сексуальные проблемы. Проблемы надо решать у специалиста, а не фаллическим нависанием над прекрасным. Вот эта мечта некого человека с глубинными сексуальными проблемами, будучи воплощенной, она ведь не поможет решить этих проблем и комплексов, но она унизит всех тех, кому дорог Петербург, и его же Петербург разрушит.